Игровой портал Невасов.ру представляет лучшие игры недели. Невообзор. Если вы думаете, что компьютерные игры — это не для вас, значит, вы просто в них никогда не играли. Ну, или играли, но не в те, что надо. Теперь все будет по-другому. Меня зовут Юлия, я предлагаю вам посмотреть обзор лучших игр последней недели. Помните, в детстве бывали такие моменты, когда было очень страшно вылезать из-под одеяла ночью? Казалось, что под кроватью сидят жуткие монстры, и кто-то вот-вот схватит тебя за ногу. Страшно, но все-таки весело, правда? Пережить забытые ощущения вы сможете в атмосферной игре. Журналистские истории «Смерть у ворот». Обзор игры представляет Рэнни. Обаятельный журналист по имени Майкл Дженнингс берется за расследование самых странных и запутанных дел. Например, убийство мэра, подарившего городу новую прекрасную тюрьму и тут же застреленного. Необычный медальон, полученный от анонимного дарителя, помогает найти верный путь, правда, взамен забирая молодость и силу. Но ни отражение дряхлеющего лица, ни гигантская крыса, ни жуткий вид электрического стула не способны остановить идущего по следу детектива-любителя. Игровые локации, так же как и звуки, очень реалистичны. В городе красивые, на острове пугающие. Улики изучаются в отлично оборудованной лаборатории, поиск предметов несложен. Журналистские истории обязательно понравятся всем поклонникам детективных квестов. Если очень хочется уехать куда-нибудь далеко, к морю и диким обезьянам, а возможности нет, поступите проще. Берем пальму искусственную обыкновенную, одну штуку, ну или вот хотя бы папоротник, надеваем солнцезащитные очки и качаем игру. Юда. На краю света 2. Обзор игры представляют Иринка и Крякша. Это необычный фермерский симулятор на тропическом острове. Вы будете работать днем и ночью, строить различные мини-фабрики, совершать магические ритуалы, драться с пиратами и различными вредителями. Копайте ямки и привлекайте экзотических животных, они принесут вам продукты. Готовьте магическое зелье, оно придаст вам сил. И не забывайте пить воду, сознание можно потерять в любой момент. Помогать вам будет повар племени и нанятый шахтер-водолаз. Постепенно вы станете похожи на настоящего индейца, приобретя племенные раскраски и повысив до максимума свой племенной ранг. Сочная графика и приятная музыка делают эту игру отличным отдыхом. Пока женщины в русских селениях останавливают коней на скаку и входят в горящие избы, барышня из далекой Америки ведет себя не менее мужественно. Отказываясь выбираться с тонущего корабля, она делает все, чтобы спасти свою семью. Невероятный круиз. Обзор игры представляют «Блондинка с мехмата» и «Иринка». Бороться за жизни семьи Брукс нам предстоит на корабле, который вот-вот пойдет на дно. Опасность как никогда реальна и осязаема. Великолепные кинематографические ролики позволяют почувствовать всю остроту сюжета. Шум воды, треск оборванных проводов, затопленные каюты и отчаянный крик ребенка о помощи захватывают. Хотя в игре и не предусмотрено ограничение по времени, создается ощущение острой его нехватки. Чтобы помочь героине, нам придется обшарить корабль сверху донизу, а иногда и покопаться в горах брошенных вещей. Поиск в игре непростой, местами и вовсе раздражающий. Но именно это чувствует наша героиня. Игра получилась продуманной, запоминающейся атмосферой. А вид локаций, помещений на корабле, позволит насладиться его былым великолепием. Лучшие игры недели я вам только что показала. Теперь выбор за вами. Сделайте его правильно. Желаю вам удачи и до свидания. Невасов. С игрой по жизни.